Cassidy Elberth, Bruce Bowen, a four-game playoff Saturday where we found out where Brooklyn's at. We also got our first look at a suite. Right. It's kind of like a hockey. Or you can do this. Okay, there we go. Perfect. And we'll tell you why Derrick Rose feels bad for himself and his teammates. An epic finish in Milwaukee. It's Saturday night. Let's ball. Finish of the night. The Bulls looking for their fifth sweep. Всем привет и добро пожаловать. Это NBA Tonight на Viasat Sport. И сегодня сразу 4 матча, причем тут одна серия даже уже завершилась, чтобы не затягивать. Но это не была серия между Чикаго Bulls и Milwaukee Bucks. Команда Milwaukee уперлась в четвертой баталии, продемонстрировала свой действительно серьезный в этом сезоне бойцовский характер. Команда все-таки не зря попала в плей-офф. И в четверть-четверти она ведет у Чикаго 6 очков. Вот Джей Мэй попадает важнейший трехочковый. Последняя минута. Роуз тащит. Ну, практически в одиночку. У него сегодня день не такой хороший, как предыдущий. 14 очков, 5 подборов, 6 передач. Чуть позже минус 3 у Чикаго. И вот такая красивая комбинация. 2 плюс 1. Команда Чикаго забивает и сравнивает счет с помощью великолепного Газоля. За 8 секунд до конца у Роуза был шанс выиграть матч. Он придумал вот это. Потеря. Дальше. Работа в исполнении Милоки. 1,3 секунды. Джейсон Кид успел взять тайм-аут. 0-8 до конца. И дальше интересная комбинация. То, что делает команда Милоки. Джаред Дадли на Джареда Бейлиса. И тот успевает через Деррика Роуза забить победный мяч. Практически был один. Роуз проспал такой момент. Мог закончить Чикаго эту серию на домашней арене соперника в сухую. Но вот здесь шикарное движение в исполнении Джареда Бейлиса. Он один на один Роуза одолел и забил из-под кольца с хорошей передачей Дадли. Счет серии стал 3-1. Следующий матч будет в Чикаго, где серия, возможно, и завершится. 33 очка набрал сегодня Джимми Батлер у Чикаго. Этого оказалось недостаточно. После окончания матча Деррик Роуз сам сказал, что вина за поражение сегодня целиком и полностью на нем. Он и в нападении был не очень, он и в защите допустил самую большую ошибку дня. Bayless, he had 10 points, 5 assists, and the game winner. Here he is on his mind frame on that final play. It was honestly just, you know, trying to beat him back door. You know, there was only, I think, a 1.3 or whatever was left on the clock. And just trying to get him back door. We were trying to act like I was going to get to the corner. And, you know, we were hoping he was going to bite. And he, you know, he bit on it. And Duds made a spectacular pass. Джаред Бейлис говорит, что, в принципе, комбинация так и задумывалась. Опять же, мы хотели показать сопернику, что как будто бы будем делать бросок из угла. И, соответственно, надежда была на то, что соперник купится. Получилось. Деррик Роуз отметил, что его команда много усилий приложила, чтобы добыть для себя овертайм. И очень обидно, что вот так вот закончилась, соответственно, встреча бесперспективно. How many times has he been in that situation in the past 2 years? No, he hasn't been there. And this is something that kind of, it doesn't favor him in him coming back just yet, but it is a learning experience. Брюс Боуэн говорит, что Деррика Роуза, опять же, можно понять, ему сейчас очень неприятно. Он, в принципе, в подобных матчах, в напряженных концовках плей-офф не был уже очень долгое время, целых 3 года. И для него это какой-никакой, но опыт, от которого он, соответственно, научится, на котором он научится, и с помощью которого он станет сильнее. Then it's a possibility that you're not talking like this after the game. He had 8 turnovers, one being the one that led to the timeout. Игра Деррика Роуза сегодня была не самого высокого уровня. Он смазал много бросков и совершил сегодня аж 8 потерь. В предыдущем матче он набрал 34 очка, сделал 8 передач. Сегодня
Вашингтоне на 20 очков меньше и в целых 8 потерь. И даже при этом у его команды все равно был шанс выиграть этот матч и заодно эту серию, получить отдых, опять же, перед следующей серией плей-офф. Однако Буллс этого сделать не смогли. Соответственно, их следующая серия будет против команды Кливленда. If they want to go on to a championship. Брюс Боуэн говорит, что момент все-таки для Чикаго получился хорошим, показательным. Это действительно такая самое важное время в сезоне. По сути, еще такая дополнительная лекция на тему того, как команде НБА, которая претендует на чемпионство, стать еще сильнее. И Буллс должны использовать данный момент действительно стать сильнее. Тем временем, Портленд Трейл Блейзерс играют против Мемфис Гризлис. Крайне все не перспективно для Портленда в первых двух матчах этой серии. Соответственно, теперь серия переехала в Портленд, где Блейзерс пытаются что-нибудь придумать. Однако команда Мемфис, она просто слишком сильна в трехсекундной зоне, ничего сопернику не позволяет. У Ламаркуса Олдриджа сегодня был опять достойный, но не великолепный матч. 21 очко он набрал, но смазал 12 бросков с игры. А вот как двигают мяч великолепные большие Мемфиса. Марк Газоль на Зака Рэндольфа. Здесь еще и Коста Куфа забивает. Портленд пропускает, опять же, очень много очков из трехсекундной зоны от соперника. Сам мало набирает, и этот тренд продолжился и в сегодняшнем матче. Марк Газоль и Зак Рэндольф набрали сегодня в сумме 41 очко. Были очень хороши при движении мяча. Каждый сделал по 4 результативные передачи. А вот такой неприятный момент случился с Майком Конли, которого даже пришлось увезти в больницу после вот этого попадания в глаз. Он не играл до конца, соответственно, этого матча. И даже Портленд немножко к сопернику приблизился. Здесь отмечаем шикарнейший момент. Зарабатывает тяжелейшие 2 очка Джефф Грин каким-то удивительным образом. У команды Мемфиса сегодня был достойный матч в нападении. Команда набрала 115 за 4 четверти этой встречи и надежно провела концовку. Пусть даже там у Портленда еще были какие-то шансы. Вот Блейзерс уступают всего 6. Николя Батюм делает всего лишь минус 3 до конца 3 минуты. Но за оставшееся время Блейзерс все-таки к сопернику приблизиться на достойную дистанцию уже не смогли. Обиднейшее для них поражение 109-115. У Блейзерс в сегодняшнем матче в нападении более-менее неплохо сыграли Николя Батюм и Дэмиан Лиллард. Забили половину своих бросков, набрали в сумме 49 очков. Но, опять же, этого оказалось недостаточно, как и 26 очков в исполнении Си-Джей Макколума, который как раз локтем и вынес Майка Конли из игры. Если Майка Конли не будет для Мемфиса в следующей серии плей-офф, это будет очень большой проблемой. Гризли сейчас ведут 3-0, и Конли является одним из творцов того результата, который мы наблюдаем прямо сейчас. Recognizing where a cutter is going. You saw Zebo drop off passes to different cutters to the basket tonight. That is part of their offense. They do that very well, and I think it hurt the Portland Trailblazers because it kept them guessing on who's doing what. If I give help too much here, then someone else is getting a layup. We know no team has ever come back from a... Брюс Боуэн говорит, что Мемфис Гризлис очень сложная для опеки команда. Она очень нестандартная. Здесь, опять же, здорово мячом друг с другом обмениваются большие. И ты всегда должен гадать, кто у тебя в какой момент что делает там. Работает ли там Марк Газоль тот же самый один на один, пытается ли набрать очки, или он пытается сделать передачу на входящего в трехсекундную зону Зака Рэндольфа, или там скидку на трехочковый. И вот эти вот угадайки, они никогда не идут, соответственно, соперникам Мемфиса на пользу. Гризлис очень непростая команда. После паузы Стефан Карри, который проводит замечательную серию первого раунда, и сегодня его команда играет 4-й матч с Новым Орлеаном. NBA Tonight. Brought to you by Snickers. Snickers satisfies. And Curry will let it go. The three comes up short. Offensive rebound. Curry again. And Curry hits a three. Tie game. And we have overtime
Самый крутой бросок в карьере Стефа Карри принес его коллективу лидерство против Нового Орлеана со счетом 3-0. Мы с вами видели это чудо впрямую. И смотрим, что Карри продолжает делать сегодня в четвертом матче серии. Ну, соответственно, Warriors идут 4-0, могут закрыть в гостях. У Нового Орлеана, естественно, нет желания проигрывать в заключительном матче сезона у себя дома. И команда, в общем-то, старается. Старается, пыхтит, пытается, но проигрывает минус 10 первую половину. Здорово играет Дреймонд Грин. 22 очка, 10 подборов, 8 передач. Это к тому, что он, как и Кавай Ленард, не только хороший нападающий. И не только хороший защитник, но и хороший нападающий. У Нового Орлеана сегодня достойно очень сыграла связка Энтони Дэвис, Эрик Гордон. Дэвис набрал 36, 11 подборов, 3 блокшота. Опять же, статистика парня в первом его плей-офф в карьере, ему 22 года, только-только исполнилось 11 марта. Фантастическая статистика. 35 в первом матче, 26 во втором, 29 в третьем, 36 в четвертом. Только великие игроки создавали такие цифры в первой серии плей-офф. Эрик Гордон добавил 29 очков. Новый Орлеан пыхтел, опять же, до конца четвертой, но все-таки там было максимум минус 10, и ни на что серьезная команда все-таки претендовать не могла. Стеф набрал сегодня 39 очков, сделал 8 подборов, 9 передач, забил 6 трешек из 8. Добавил 25 еще Клей Томпсон, 22 добавил Дреймонд Грин. И, в общем-то, все было достаточно просто для Golden State Warriors. 4-0. До свидания, Новый Орлеан. Борьба была очень неплохой, как и ожидалось. Энтони Дэвис великолепен, но Golden State слишком силен. Коллективно, и команда сегодня зарабатывает для себя право сыграть в раунде под номером 2. А там уже одной ногой практически команда Мемфиса. Стив Керр, один из четырех коучей в последние 30 лет, чтобы победить свою первую серию в постсезоне, был очень доволен team's performance. If you were watching the whole series, very fortunate to sweep. First three games all came down to the wire, and then I thought tonight was our best effort of the series, and I'm very pleased that I don't have to see Anthony Davis till November at the earliest. You know, it's always an honor to be in a category with them guys, but as of right now, Стив Керр после окончания матча отметил, что если вы видели эту серию, то видели, что первые три матча были очень напряженными. Сегодня было наше лучшее выступление. Говорит, я счастлив, что больше не увижу Энтони Дэвиса до ноября. Just because you're so excited and amped up and want to throw that haymaker right out the gates. But offensively, if we just stick to who we are, moving the basketball, looking for the best shot in every possession, our talent will shine across the board, and we'll be in good shape. Энтони Дэвис отметил силу своего соперника, великолепную команду из Golden State, с которым, естественно, играть очень непросто. Стеф Карри говорит, что в первых матчах мы всегда пытались какой-то хоумран выбить в самом начале, всегда пытались мощным рывком, опять же, начать противостояние. Опять же, это плей-офф, вот мы все были на взводе, и, соответственно, у нас не работало. Сегодня мы играли куда умнее, и вот привело это, опять же, к большой победе. They move the basketball, and that's the thing that I continue to see. Even when they were down 20 going into the fourth quarter, they move the basketball, and they started this game off as Curry stated earlier. It's not about, you know, making that knockout punch in the beginning. It's about trusting your system and getting the ball to the open. Брюс Боуэн говорит, что Golden State Warriors команда, построенная тоже на взаимном доверии, построенная на честности игроков, на их, по сути, желании побеждать, и поэтому хорошо двигает мяч команда. Она это делала, даже когда уступала в предыдущем матче 20 очков в четвертой четверти. И это то, что как раз Warriors начали делать сразу же. В сегодняшнем матче не стали, опять же, они думать о хоумране. Они доверяли своей системе. И это привело к закономерной победе и свипу в серии, победе в сухую в серии со счетом 4-0. But they're also a good defensive team, and they're good at taking away a lot of team's strengths. So it'll be interesting. But with all the rest that the Golden State Warriors are going to get during this course of the time that they have off, I think it's something that's special because you don't get a lot of rest during the course of the playoffs. So Golden State, go ahead, get you a couple of rounds of golf in somewhere. But make sure you Брюс Боуэн, которому, опять же, очень даже можно рассуждать о победах в чемпионате, он трехкратный
говорит, что в плей-офф очень редко получаются вот такие моменты, какой сейчас есть у Warriors. У них есть возможность реально немножко передохнуть. Поэтому Warriors, советую вам поехать там, не знаю, там поиграть в гольф и, в общем-то, использовать время на 100%. Время, которое будет до старта второго раунда. Фантастические первые 4 матча Энтони Дэвиса. 30 очков, 10 подборов в среднем за первые 4 матча в плей-офф. Боб Макаду, Карим и Уилт были только, опять же, вот теми людьми, и причем не было никого за последние 40 лет, кто демонстрировал бы такую статистику, которую сейчас демонстрировал на наших глазах Энтони Дэвис. Причем он был очень эффективен при атаках кольца, не было такого, что он просто бросал по 700 раз за матч, и поэтому такое собрал. Он действительно баскетболист уровня, какого давно уже Национальная баскетбольная ассоциация не видела. Потрясающий сезон, он один из претендентов все еще на MVP, 24,5 очка, 10 подборов, 3 блокшота, 2 передачи, 1,5 перехвата. И в этой серии плей-офф он бросал очень достойно, но команда уступила все равно во всех 4 матчах, хотя он, ну нельзя сказать, что виноват серьезно в каких-то поражениях. После паузы о матче, который мы с вами смотрели по прошедшим вечерам, Атланта-Бруклин. После первых 2 матчей в Атланте возникло ощущение, что Бруклин вполне может зацепиться за эту серию против топовой команды Восточной конференции по итогам регулярки. Хокс выиграли в регулярке 60 матчей, грандиозный результат. У Нетс на 22 победы меньше. На 22 и в 2 раза больше поражений в сезоне. Однако Бруклин Нетс очень здорово сегодня работали в первой четверти. 31-16. Великолепно начала матч стартовая пятерка, вот у Атланты мало что получалось. Команда Бруклина в сегодняшнем матче здорово использовала талант Бояна Богдановича, который, в принципе, провел достойный регулярный чемпионат. И сегодня, как и, в общем-то, в этой серии, он опять был очень хорош, набрал 19 очков, дал своей команде шанс на победу. Соответственно, во второй половине разница в счете уже не такая большая, как в первой четверти, не 15, и поэтому Нетс нужно защищать свое преимущество. И команда зарабатывает очень хороший для себя рывок, который дает, по сути, ей победу в сегодняшнем матче и пока продолжение в данной серии. Великолепно отыграл отрезок и, в общем-то, весь матч Брук Лопес. 22 очка, 13 подборов, 2 блокшота на его счету. Команда Бруклина праздновала большую победу 91-83, несмотря на то, что все-таки кто-то там у Атланты старался. Демар Кэрролл набрал 22, 17 подборов набрал Пол Милсап, еще 5 перехватов, 3 передачи. Но сегодня все промазал Кайл Корвер, всего 2 очка за 38 минут на паркете. И Бруклин был очень достоин, хотя Дэрон Уильямс опять все промазал. Брук Лопес, защитник тоже недооцененный. На этого парня стоит обратить внимание. Он сегодня своей команде неплохо помогал в 3-секундной зоне против Элла Хорфорда, Пола Милсапа и других. Hennessy. Never stop. Never settle. Please drink responsibly. And Verizon. America's largest and most reliable 4G LTE network. On Sunday, Countdown tips things off at 12:30. Then at 1, LeBron, Kyrie and the Cavs try to make it a sweep versus the Celtics in Beantown. Команда Cleveland Cavaliers уже сегодня может закрыть серию против Boston Celtics. И сделает она это, возможно, в прямом эфире на Viasat Sport, Viasat Sport HD. Матч начнется в 8 вечера. Вот такое вот нестандартное раннее время для баскетбола NBA. Прямой эфир на Viasat Sport, Viasat Sport HD. То есть пропустить, ну вы поняли, да, сами задачи. Задача не из легких. It definitely is. It's actually hoops and oops because that defense by D. Rose was oops.
Oops, lost ya. Не очень здорово сыграл в защите сегодня Деррик Роуз, хотя мы, конечно, больше отмечаем не плохую защиту, а хорошее нападение. И поэтому, смотрите, вот мы смотрим на Леброна Джеймса. Он вот такое чудо оформил на тренировке. Дал своей команде вот в стиле квотербека из американского футбола, дал ей вот такие три очка. Может быть, Леброн несколько изменит свою работу на дуге и будет, что называется, еще более опасным человеком касательно нападения. Хотя Дуайт Ховард тоже показывает, что может делать вот такие глупости и немножко другой техникой, правда, но тем не менее тоже три очка. Может быть, стоит ему штрафные пробивать таким образом. Сегодня в 8 вечера, друзья, большой баскетбол на нашем канале. Прямой эфир Кливленд-Бостон. Матч под номером 4. Возможно, последний матч для команды Брэда Стивенса в этом сезоне. И для нас еще одна замечательная возможность посмотреть на Тимофея Мозгова в действии. С такой дистанции попасть в такое маленькое кольцо таким маленьким мячом — задача не из легких. Вряд ли у кого-то из наших ведущих это получится. Даже у Брюса Боуна, лучшего игрока НБА, трехкратного чемпиона, великолепного, в общем-то, весьма неплохого бросающего игрока. Отличная попытка от Кэссиди Хаббардс. Ну вот, в общем-то, именно поэтому они не играют в НБА сейчас. Даже Брюс. Here we go. Okay. Cool. Oh, Bruce drops back. See, we didn't see all the takes LeBron and Dwight did. Against the 49ers back. Мы же не знаем, говорят на наши эксперты. Вот Кэссиди говорит, мы же не знаем, сколько попыток было у Леброна и у Дуайта перед тем, как они забили эти свои броски. Вряд ли они это сделали прямо вот с первых попыток оба. Almost. Oh no. Have any of us hit the rim? 15. We got one more. Okay, let's go. Save the best for last. Кстати, весьма неплохая попытка в исполнении Брюса Боуна, друзья. Сегодня в 8 вечера. Смотрите большой баскетбол вместе с нами. Тимофей Мозгов, Кливленд и главный претендент.